Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре электропила DEO DAX 2500. Итак, детально изучаем электропилу DEO DAX 2500. В данном случае расположение двигателя поперечное, что позволяет все 100% мощности двигателя, а это 2500 ватт, передать на саму цепь. Обратите внимание, скрывает ее защитный кожух, в данном случае направляющая шина длиною 40 сантиметров, пильная цепь с шагом 0,325 дюйма. И, конечно же, система SDS, которая вам позволит без каких-либо ключей и иных приспособлений либо снять, либо натянуть саму цепь. Индикатор уровня цепного масла. Система моментальной остановки цепи. Зубчатый металлический упор и клавиша, которая предотвращает случайное включение электроцепи. Итак, модель DAX 2500. Легкая и мощная электропила для работы на приусадебном участке. На этом все. Спасибо за внимание.